150 новых инфицированных и ни одного летального случая. Такие данные обнародовал Минздрав по коронавирусу в Одесской области. За все время пандемии в Одесском регионе вирус обнаружили у более чем 78 тысяч человек. По состоянию на 18 января в инфекционных отделениях города находится 197 пациентов и 28 человек, которые ожидают результатов ПЦР-тестирования. В то же время 664 жителя области смогли побороть коронавирус. Напомню, что с 11 января все образовательные учреждения начали дистанционное обучение. Известно, что на следующей неделе дети уже выйдут на очное обучение. На цьому тижні ми проведемо опитування батьків та педагогів, з'ясуємо ситуацію по кожному класу і ми готуємось 25 січня вийти на навчальний процес, якщо нічого іншого нам не запропонує Кабінет міністрів. Поки що ми готуємось до очного навчання з наступного понеділка. По словам чиновницы, эпидемиологическая ситуация в детских садах города стабильна. Закрыт только один, там болеют работники. В следующий понедельник его планируют открыть.